Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала за Францию Sid Meier's Civilization 5. Если вы смотрите этот сериал не с самого начала, то рекомендую прямо сейчас перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть всё-таки с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ивосаки, видите, да? 2, 3, 4 овцы. Ну и холмы. То есть у японца тоже очень-очень неплохое еще. Начало. А, нету все-таки прохода никакого. Ладно. Так, что тут с армией? О, я уже 5-й. Надо бы не свалиться, конечно, не стать последним. Производство и поляка. Майя, ты там держи в курсе, что если поляк пойдет на тебя, чтобы мы там с американцем как-то впряглись, я думаю. А тут никому на карте не выгодно, чтобы он тебя забрал. А, еще, кстати, вариант вот тут город поставить, между прочим. Производства немного, но в принципе неплохой город будет. Мне даже тут город больше нравится, чем тут. Потому что тогда мои города так вот как-то плотничком находятся. Четыре города хороших. Волю. Ну, Лодь не самый хороший город. Да, Лодь не самый хороший. А вот Краков и Варшава, я не вижу четвертый еще его город, но Краков и Варшава, да. Вацлав. А Вроцлав полностью в пустыне вообще, отстой. Ну да, у него как бы... Ну, все равно у него больше всего производства. Нет, Майя, я тебе могу сказать, что ни я, ни американец сейчас нападать на поляка, чтобы его попилить, именно чтобы попилить, не будем. Но не дать тебя захватить, мы точно нападем. Ну, я лично нападу. Понятно. Ну, я тоже тогда впишусь. Так, ну тут неинтересно все. Интересно, Квебек перестал быть. Сюзереном, что там хотят вообще города-государства? Торговый путь опять, Братислава, ага. Цитрусовые культуры, ну по культуре кто-то... 10-30, это явно полинезиец. Квебек хочет найти американца, чтобы я нашел американца. Да, и эти там всякие защитные пакты у нас не работают. И эти все устные договора, они все рушимы, я так напомню. То есть, если вы заключили защитный пакт, это не значит, что вы на этого человека не можете нападать. Хорошо, американца тут. Ну, тоже, смотрите. Да, уж Польша полетела, явно. Конечно, он улетает капитально сейчас. Бля, я воюю, пацаны, куда улетаешь? Поляк, мир заключай. Ты заключишь мир, Майя? Он сам не заключает. А ты мне кидал мир? А в смысле, ты напал? Ну... Я еще должен, как это, типа, обижен... Ой, не обиженка, это терпила, типа, только заключи со мной мир, или что? Ну, так не заключай. Потому что как бы... А чё ты не заключаешь мир, Майя? Ну, в смысле, он напал на меня. Пускай он заключает. Майя, тебе... Ты объявил войну, но не можешь кинуть предложение мира, да? Я обиделся. Это выше его достоинства. Обиделся? На что? Вот обиделся и все на него. За то, что он фастклитчит. То есть ты тебе объяснил, он никак не решал это мое действие. Ну ты его сделал. Ну вот зачем так люди делают, я не понимаю. Ну все.
тебя пытаюсь объяснить, то, что он никак не решал. То есть дальше, когда следующим юнитом дальнобоя не ушел его обстреливать, я ждал, пока думает дуболом. У меня... И только потом выстрелил. Констракшн еще не открыт. Ну, я не говорю, что я не виноват. Я тебе объясняю то, что на игру никак не влияет. Слушай, откуда у тебя Порше этот, Академия? Ты ж построил только пирамиды. Воля. Там бесплатно. А, воля. Да, понял. Ты уже волю все закрыл? Фига себе. Больше. Да, он же вышел в эту, в классическую эру, бесплатную взял. Вообще красота. Майя, ну серьезно, если ты не хочешь мир с ним заключать, как мы тебе тогда поможем вообще? Нет, так я ему кинул вот мир только что. Он принял? Я уже не хочу, я уже хочу воевать, я войск настрою. Я тебе я тебе следующим ходом тогда ниндзя войну объявляю. Окей. Ну блин. Я буду терпеть под боком агрессора, который у меня территорию крепостью отъел. Че, грязь, что ли? Ай, блин, на ровном месте. Декларация дружбы нам зачем? Нет, денег нет, хотел попросить. Можете давать. Так, фар. Это один ход. Я, блин, даже не знаю, вот реально впрягаться или нет. Открытые границы, по-моему, да. В гражданскую службу надо выходить, чтобы открыть границы. Ой, так, у кого-нибудь денег есть? А, ну, у Майя точно не будет. Я хочу купить. Это война бесперспективна, так смотрю. Она бесконечна. Армию построил. Для них бесперспективно, для всех остальных это хорошо. Японец 137. 30. Так, мне бы 25 монет, да? Примерно надо. У американца... Хотел почилить. Мне надо пару городов еще построить. Американец, долгони, я отдам. И свои эти здания научные поставить, чтобы у него была и наука, и деньги, и все там остальное. Деньги и наука. Жестко, блин. Отличненько. Так, сколько там на пантеон надо? 17. Может, чудес взять? Ну, типа, вера. Чудес, чтобы капал. Вот это, наверное, зря походи. Ой, блин. Нет. Уходим. Гильдии берем. И Мачу-Пикчу строим. Убери скаут. Пока они там воюют, я бы, конечно, поразвивался. Но проблема в том, что поляк точно вынесет Майя. Таким развитием вопрос только времени. Что у нас в демографии? Я пятый по армии. То есть полинезиец там тоже сидит, развивается. Тут главное, знаете, как обычно у меня в играх бывает, чтобы Майя с поляком не договорились о том, чтобы на меня напасть. Ребят, ну у него производство в 2,5 раза больше, чем у меня. Ну, Майя... А зачем ты лез, блин? Зачем я лез? Ну, я попробовал. Да это было очевидно. Ну, как тебе сказать, не совсем. Вот этот лес помешал на самом-то деле. Я бы тогда поставил бы 2 лучника, я бы добил. Просто не получил. Причем тут лес? Там река, куда ты лезешь, блин? Там вообще-то тебе нападать никакого смысла не было. Может, философию, хотя тут... По крайней мере, сейчас, в этой эпохе, точно воевать со мной не было смысла. Ну да, а потом ты просто улетишь дальше, и тебя вообще захватить нельзя будет. Не знаю, я на колясках такие города забирал. Ну, я... Тебе объясняю, то, что ты через реку перепрыгнуть не можешь. Я стал туда, 2 копья, и мне просто... Ну, мне вот просто немножко лес... И что толку?
Я изи твои копья убиваю, и ты дальше там стоишь за рекой, что-то там пукаешь своими копьями. Я тебе говорю, что я такие города изи брал. Понимаешь? И брал с нормальными ребятами. Просто что-то как-то сейчас не получилось. Бывает такое. Но я правильно сделал. То есть, а что мне... То есть, ты меня в любом случае заберешь, понимаешь? Рано или поздно. У тебя воля, у тебя, блин, столько производства. Ну, что мне делать? Смотреть на тебя? Ждать чего-то? Блин. Ну, я не хочу пока армию строить. Ты же сейчас или чуть позже? Мы с тобой соседи в 6 лет, так, 5 практически. И пантеон там уже взяли. И ты мне еще говоришь самое интересное, что скажешь спасибо, что пантеон. Я тебя не подселял. А как ты, вот я просто интересно, как ты меня можешь подселить? Стать вообще между тремя клетками стольными? В смысле, я мог агрессировать изначально на тебя. Ну, вообще-то, как бы мы с тобой изначально были не очень такие добрыми ребята, правильно? Просто я хотел быть добрым. А как ты будешь добр, объясни? Ты сидишь на солянке. Я бы сидел бы за вот этой рекой, бы и не рипался. Не верю. Не, вообще не верю. Я тебе не верю. Не, ну он, ну как, когда-нибудь бы он рыпался, конечно, я не думаю, что он бы просто вот сидел всю игру там. Но вначале, я думаю, что ниндзя вполне посидел бы, поразвивался. Хорошо, и кто бы меня защищал? Вашингтон, который 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 клетках, и ему как бы больше просто тут... Каких? Встать. Ты не видишь карту, у него Бостон в трех клетках от Кракова. Да, это Бостон, Леша, это Бостон. А вот я про Вашингтон говорю. Бостон, он, да, влепил его на Харри, это есть такой немножко. Какая разница, где Вашингтон, тогда не пойму. То есть... Строится дорога к Бостону, и прибегают юниты. Не-не-не, это все понятно, это все понятно. Я говорю, что у нас Стольня совсем близко, понимаешь? То есть, ну, я сделал попытку забрать его. Ну. Чем закончилось, тем оно закончилось. Уже как бы, что говорить. Так, давайте решим. Это не вернуться надо. Назад, возможно, бы, то я бы то же самое сделал. Только я... Не, то же самое бы сделал. Культура от вина... Ну, блин, три вина, то есть... Но это будет культура и вера, с другой стороны, да? О, вот и религия. Он сейчас где ваша там помощь? Стекаль падает. Да я ему города пожгу, столица строить не буду, пускай терпит. Не понял его. Ну он твою столицу не захватит, зато остальные города сожжут. Чтобы ты мучил. Все в блокаде держать. Знаешь, что у тебя армия сейчас, посмотри, 42 тысячи, у меня армия 15 тысяч, и как бы тут все уже понятно. Я тебе сейчас... в блокаде объяснил, я тебя в блокаде буду держать. Вы в блокаде, слышишь? Зачем ниндзя? Ну, садомазохист. Я так хочу. Ты так хочешь, но я тогда выйду, у Лёши будет решение, меня забанят с группы. Захочет, забанит, если он посчитает. Ну, я думал, он тебя не забанит, да. Просто ты войну эту реально выиграл, у тебя очень много производства, у тебя очень много юнитов. Так более зачем того, нападать-то? Я тебе еще раз говорю, потому что это все равно бы случилось. С тобой мысли. Вот просто вот столица, вот я вижу, тут, ну, оно близко слишком, понимаешь? Я сделал попытку, у меня не получилось. Твои города, они нормально разбросаны. Так, ну там тебе, пока я армию бы довел, стены у тебя не было, да. Юнитов у тебя не было. Ну, я сделал попытку. Что, почему я нападал? Сделал попытку, она не получилась. Я сделал ставку, она не сыграла. Да. Так что тебе? Ну да, я проиграл. Я же не спорю. Бывает такое. 42 тысячи. Или я мог тогда сыграть в три города, но опять же я от тебя бы отставал, и нам бы с америкосом, наверное, пришлось бы к тебе как-то идти рано или поздно. Тебя останавливать. У тебя вообще все были чудеса. Блин, как бы ниндзя вот тут сейчас текали, не развернулся в мою сторону. Что меня волнует. Я только не понял, зачем ты волю взял. А, может ради этого? Ради бесплатного. Не, ну за поляка вполне... Играемая острота. Ну да. Угу, согласен, да. Тем более у него столько тут клеток хороших обработать, а с помощью пирамид и воли он да. Это быстро. Да, да, классно. А клеток у него реально очень много.
просто. Столица, как вот честно говорю, как на NQ-карте. Я такого не видел еще, ну, серьезно. Чтоб столько было железа в столице, пшеницы в столице, кони, ну, соли, это круто. Блин, мне маловато рабочих, честно говоря. А не многовато ли для него было бы? Ну, так, чувак, у него это сейчас все есть, ну, серьезно. Да. У него три железа, это, я вижу пшеницу, олени, две лошади. Я вот сейчас очень рискую, отца, на самом деле. То есть, если соли, ниндзя захочет золото, вот прямо сейчас все, от мая в клетках ко мне развернуться, то я, конечно, падаю. Единственное, что он, да, это слава пипец, богу, конечно, не видит мою армию. Тем более по сравнению с остальными. И мне бы какую-то... Да, а у меня ни одной картинки. У меня вот только сейчас картинка появилась, лошадка. Лошадка. Две лошадки появилось. И вот у меня есть бизоны в третьем радиусе, и в третьем радиусе люкс, трюфели, и все. Май, ну а, ты там хоть появился... посопротивляешься, не будешь просто падать? Да, да, не, я не ливаю. Если он будет атаковать, он будет, ну, я посопротивляюсь, конечно. Нормальная игра. Ну, вот хотя просто... бы мы его затормозили. Ну, кто да, мы? Да, вы его... Кто мы? Ну, ладно, Майя, точнее, наговорился что-то. Да. Просто, ну, ребят, тут, ну, я такого старта как бы без NQ-карты не видел еще, серьезно. Ну, еще просто, ну, тут а все есть. Тебе надо было как минимум 4 города поставить, ты же Майя. А, ну, я поставил. Во-первых, я не мог вырасти, потому что у меня даже картинки не было. У меня были просто два этих. Так, ну, я два очень... яблока, и все. У меня даже пятые, четвертые места. То есть у меня вообще ничего не было, по факту, чтобы ты понимал. 30-44. Так, construction открыли. Давайте инженерное дело. Кому-нибудь потом... нужно серебро? Так, философия 4 хода. Библиотеки 11. А, ну, мне, наверное, нужно, но я, по-моему, сейчас ничем не могу с тобой торговать. Да, нет, пряности, вино, спокойно. Какие пряности, посмотри, вино. Как быстро, да? Он построил 50 тысяч армий. Как быстро. Сколько промки, сколько всего было. Сейчас вот нет, так подожди, пряности, вино у меня по одной штуке. Мне для города нужен сахар. Сахар какой-нибудь есть? Блин, он уже и генерала набил. Лёша, строй ДФ. Тут очень да, много. Да. Очень. Я уже понял. И столица, кстати, вот то, что он захватывает, типа вот у него две столицы и так далее, она у меня столица так себе, честно говоря. Просто дополнительный город. Но 5 городов, волю, с пирамидами. А кто у него, Меткалуки? Да, меткалуки, копейщики, коляски, и этот, всадники. И сейчас, я не знаю, строит он еще армию, не строит армию. Но вообще, в принципе, я бы еще даже не строил бы армию. Я бы играл уже вместе в 5 городов. И это было бы прикольно. Но столица у меня так себе, только что под горой, конечно. Ну, зато 2 лошадки тут есть. Пойду этим скаутом. Когда он уже твою столицу-то сносить будет? Скоро? Он уже сносит. Уже обстреливает. Вот, блин. Американец, а ты там строишь армию? Да, потиху клепаю. А мне, я думаю, что американец точно так же, как я, сидит сейчас. Так, ну вот в Орлеане надо точно коляску построить. 9 ходов. Грустный город. Уже походил скаут. Ну да, армия нормально. Мало рабочих. Ну, мне кажется, он договорил, что он сейчас армию строить не будет, он просто будет сейчас уходить в развитие и все. 4 хороших города есть. Правда, я не правил зачем. Париж легко захватить, ну что стоит сейчас Париж захватить? Ну, в принципе, да, если запариться, можно и Париж. Тут как раз дорога до Парижа идет. Блин. Вот. А вот Вроцлав, зачем ты поставил? Не знаю, я бы не ставил тут город. Ну, надо что это все дороги построить. В Париж.
Я вот на месте поляка бы Врослав бы не ставил бы, а просто бы пошел бы сразу забрал поленки. Просто оно вообще такой легкий город, взял, пришел, забрал. То есть производства нету, расти нечем. То есть он пришел, не, забрал. На да? месте поляка пошел бы Софии забирать. Блин, ребята, у поляка было 3 соли как минимум. Осталась одна, это явно он с двумя торгует. Я вам очень... Со мной не может, у меня снова соли. Со мной нет. Разграблены они. А, разграблен? Ну, возле Варшавы я только одну вижу, что разграблено. Да вон, спросите. Нет, две разграблены, две. Мне не до солей только. Кони бегают. Слушай, забирает мой город, не до солей. Да, печалька. Как теперь играть-то из не до солей? Но он армию уже не строит, я смотрю по демографии. Он уже просто меня долбит. И все. То есть он дальше уже понятно, что будет делать, он будет просто развиваться. Просто у него плюс один город волю. И я бы там дальше расселился. К Лёше подселился бы на лицо, где вино. И тут, где у меня тоже наверху можно подселиться. Блин, мне надо реально где-то тут быстрее город ставить. Скаут стоит, следит. Диан. Железо, конечно, стоило бы забрать. Ну и в Орлеане... Понятно. Чем тебе это? Ну, Петру, вот ты вот, вот реально задаешь вопрос, зачем я на тебя нап... Я да я не тебе, я японцу. Японец войска свои двигает. Потому что... Зачем же мне это? Просто, ну, у тебя вот просто можно меня забрать, я не знаю, там, в первых ходах, то есть у меня ничего не было. Я даже я уже последний по армии, надеюсь, никто не посмотрел, сейчас я построю. А ты понятно, почему напал, если не спорить. Блин. Ну, отлично. Ничего себе, а где ты, японец, на него напал? Со стороны Краков. Ты как-то не... Все, ребятки, я уже почти падаю. Но армию он не строит, он будет развиваться. Ты мимо Софии как-то провел армию, что ли? Я ее даже не видел. Ну да. Зачем? Ты что же пойдешь? Муф. А ты что, японец решил забирать город между его Краков? Или? Как-то отвлечь бы. А, ну да. Ну это какой-то интересный ход от японца, то есть он сквозь ГГшку, видимо, прошел. Ну да. Дань хоть собрал. Не, ГГшка тут, конечно, мешается. Ну, мне не хватало. Ну, вообще 19:38, я не скажу, что прям... Тем более самое лучшее время, когда его все основные войска-то... Ну да, да, ты прав. На другой стороне. И он еще не строит войска уже да. давно. Ну да. Он так же самое время. Краков и реально может упасть. Американец, ты там что, подключаешься, что ли? Ну, вообще советую всем подключиться, потому что... Нет, от Леша, четверых напор... А ты Твич не ведешь? Нет. Ты понял, положение. Американец бы, может просто дальше. Прийти и самые вкусные Варшаву взять. Ну я могу тебе в Стиме, если что, расшарить. Просто интересно было. Ну, если можно, я немножко посмотрел бы полчасика, что там будет дальше. Я, в принципе, все сделал правильно. То есть я просто, ну, не получил забрать город по определенным причинам. Ну... Зато попытку какую-то сделал. Просто. Это да.
Ну, я просто, ну, я вот не знаю, я вот считаю, что он должен был меня прийти и забрать. А чей это был рабочий тогда? Я бы сделал именно так, с его спота. А зачем ему лишний сосед прямо возле шестиклетки? Еще и терракотовую армию построил. Японец. Шесть клеток, чувак с таким спотом, ну... Да, интересно, тут развиваются события. А что нажать, чтобы эту трансляцию посмотреть? Не знаю, может попросить трансляцию. Ну, запросить там. Трансляцию. Да, там можно. Могу пожаловаться. Пожалуйся. На ниндзю пожалуйся, обижает. Да не, нормально все. Я ж первый напал, все ж честно. Сделал попытку. Нинджа, где эта штука, трансляцию посмотреть? Не знаешь, где в Стиме? Да там на челика нажимаешь, там, по идее, должно быть. Да нет. Блин, будет очень смешно, если японец заберет краков. Ну вот, правая кнопка и смотреть игру. Ну мне, блин, вмешиваться, вот, ну посмотрите, у меня проблемы с развитием просто реально. Еще и производство самое. Ну, вообще не сильно отстаем мы, как скажем, но проблемы с производством. Проблемы. У меня не развитые вот два города абсолютно. Надо еще рабочих. Но я дострою Мачу-Пикчу, потому что это серьезный прирост по деньгам. Одно из лучших чудес в игре, в принципе. Я все равно, я явно ее первый строю. Так, закрываем традицию. Все, ребят. Спасибо за игру, да. Но попытка не пытка. О, я стал хостом. Мы продолжим твоих последователей. Не, ну просто, ну, 6 клеток и такой старт, это что такое, это космос. Это просто нечто. 5 золота, 2 веры. И поляк же сидел такой, молчал тихонько, да. И плюс 25% золота. Нет, там жалко, так все плохо. Да. Отсоединение городов, поэтому, собственно, соединяю города что уже. Что мне оставалось делать? С таким стартом. Не, ну подождите, вы кричали, типа, все у меня хорошо. Ну, потому что так и есть, в выбрал. Не, ну вот вы кричали тоже, что, типа, плохо, чтобы ну, не палиться. Хотя бы ну, вначале. Было бы, чем тут палиться, знаешь ли. Ну, по факту. Потому что тут у всех все плохо, кроме тебя. Если по факту. Ты видел мою столицу, что у меня типа офигительная столица? А чем плохая? Я могу сказать, что вот у японца очень неплохо, в том плане, что у него вокруг столицы 5 пастбищ. 5 пастбищ. И он еще и пантеон на пастбище взял. Около Осаки 4 пастбища. То есть у него пастбищ завезло немерено, у него с культурой будет все хорошо. И, соответственно, с производством от конюши. Ну и вообще у него производство неплохое. Неплохое производственное место. Да, только снег снизу столицы печалит, конечно. Это да. Лучше бы это была тундра. Поляк. Каута бьет. Так, скоро смогу основать религию. Может скаута, ой, скаута, вселенца построить. У меня солдатами, я опять последний. Тут 22 на 40 тысяч. Такое, наверное, еще одну коляску тогда.
Так, пустота, стагнация. Два хода до библиотеки. Давайте откроем философию. Японец вообще мог и на меня напасть, честно говоря. Под шумок пока. Почему вы так хочется со мной войны? Вон там Леха уже тащит свои эти колеса. Ну, потому что мы открываем демографию и расстраиваемся. Хотя... Так вы не расстраивайтесь. Хотя уже там полинезиец вовсю рвет. Ну, потому что же полинезиец, чего? Он-то там развивается, а этот же армию строил. Чё-то мне кажется, Польша все равно станет лидером. В этих всех областях-то потом. Так и было. Не, ну конечно, я бы мог на саму А пойти, полинезиться, но... Вот это было бы хорошо. Ой, вот туда тебе точно неудобно было бы идти. Ну, там-то да, неудобно-то. Ну сколько, в одну клетку проход у тебя или... Два. Один снизу, один сверху, так. Но все равно, уж лучше бы и на Польшу идти, чем на него. Он-то так не особо помешает. Ну, поляк уже возвращает армию постепенно. Да, там бесполезно, да. Там очень много армии же у него было. Да, уходи, непоняка. Давай жить мирно. Нет, мирно с тобой жить не буду. Почему? Ну, потому что ты лидируешь. Ты посмотри демографию, я только после войны, алло. Ну, восстановишься и будешь лидировать. Ну, построю вот эти... Там немножко, слышите? Рынок, телещ, сыр, блин. Не, караван уж. Нет, да какой караван? Поселенца. Я построю поселенца. Так, три хода. Где три хода? Давайте, наверное, караван три хода. Видимо, мирно я не поживу. Тут уже и... Потому что нам надо философию открыть. Ну, пацаны, погнали тогда. Погнали. Еще и американец пришел с армии. Да. Да мне тут грешка этих катапульт две штуки додарила. Ну ща я тебе их подарю тоже. Ща, жди. Еще Франция присоединится. Вот только напади. Ниндзя, тот случай, когда хотел поиграть в развитие, да? Что ты не задумываешь? Думаешь, что ты всех троих отобьешься? Забавно. Конечно. Бедного поляка все пьет. Не, просто у нас тут с ним как бы такая площадка ровная тут. И у него больше армии, если он на меня все перекинет, то я сразу упаду. Я после войны, я еще с этим повоевал. Зачем мне к тебе идти? У меня два счастья. Зачем мне твои города? Братан. Кто тебя знает? Ну, тебе мои не надо, но мне-то твои желательно. Какой? Вроцлав? Отдавай просто может, американцу Вроцлав и мирись. Да, я вот тоже думаю. В смысле, дать ему Вроцлав. Очнись, американец. Ты бредишь. Ну нападай, я жду. Я первый не нападаю. Ну так-то да, я-то чё нападать? Там всё и так отлично. Очень странная игра, серьезно, конечно. Серьёзно, зачем происходит? Ты на меня нападаешь? Я на кого-то сейчас агрессирую. Я ещё не нападаю, я просто думаю. Да куда тут думать? У тебя уже катапульта стоит около Вроцлава. Ну а что, я войной верил? Ты понимаешь, что мне уже чемоданчик с красной кнопкой привезли. Вот, значит, как ты улетел, да? А еще, что ж на тебя тут гонят-то? Ну, вообще разница, это не сильно большая разница. Может, не стоит. То есть это у поляка... Ну, смотрите, у меня 22 тысячи. Это копье, лучник, коляска и два скаута, так ведь? Так мы же пытаемся решить проблему. Да.
Вы не цивилизованно решаете проблему. То есть это еще, ну не я знаю. Еще. Не, ну можем по дипломатии, ты отдаешь там кому-то города свои и все. И... Справим дипломатически. Я спокойно сижу, очухиваюсь от войны. Да, ты понес такие огромные потери. А что нет? Ну, посмотри. Я не думаю, что сможет это будет воевать. Да. Это смысл чувака, 15. И ты понес большие. Ладно, у меня Лошингтон 8, ты чё? Ты ничего не... Так, а могла быть 15, вы понимаете? Да, тогда бы ты вообще полетел бы знатно. Садись на Бибу и полетели, да? Конечно. Варшава 7, вот... Киото 8, Вашингтон 8, блин, пацаны. Гонолулу 9. Ну, у меня Париж 9, нормально. Я понимаю, что если бы я на кого-то начал агрессировать, то ладно. А то я надо выступил в роли, как это... защитника своего населения. В Орлеан. Серьезно, американец. Ну, не победишь ты тут. Так там же японец еще нападает. Да куда? Ой. Католицизм примем. Японец за каждый год. Точно так же нападает в той эпохе, когда Краков не берется. А, как будто он дальше он будет браться у тебя, да, с таким производством? Ну, с Артой, да, он изи берется. А сейчас ну, как будто мы до Арты быстрее дойдем, чем ты. Я вам по факту объясняю, что я нападать без причины. А, никогда... без причины. Нападение без причины — признак дурачины, да? Да. Ну слушай, ну американец, ну серьезно, ну бери свои войска. Просто он посыпется на самом деле, если американец нападет. Как минимум один город, уже ну, просто да, так, его. А так поляк же не строит армию вообще. Да. Так ему и не надо пока что, пока у него все отлично. Надо... Я вот, блин, зачем думаю, где город ставить. Может вот здесь просто поставить город? Тогда, потому что вы видите, тут уничтожили. Ой, что ты делаешь? Здесь, наверное. Жалко, что лодь, правда, коровку уже забрала. Не, это американец. Катапульту во второй клетке от города я терпеть не буду. Ну ты срань, ты уже тут наглеешь. Сразу война. Даже не нападал. Ты же сказал, я нападать не буду. Ты катапульту во второй радиус подвел, алло. Ты что же, хотел ждать, что типа, ну он, наверное, стрелять не будет. Подожду-ка я еще. Наверное, мирный. Вы как-то несинхронно все это делаете. Сейчас вот японец отвел армию, теперь поляк может перекинуть армию на американца. Я просто, он тут начал своих коней подводить, я подвел армию. Я вообще не хотел. Видишь, что там коней бросаешь куда-то? Хватит. Сначала поселенцы, пока я буду вести поселенцы, я построю в Париже нацколледж. Идея такая. Буду душить. За такое. Как можно было так поступить? Я тебе войну не объявлял, а ну... ты тут начал. Плохо. В смысле? Катапульту... Ты катапульту во второй радиус подвел города, алло. Тут уже не так прикольно. Ты хотел ждать, что я подожду, когда ты объявишь войну и обстреляешь ей город? Может сюда где-то ставить город? Вот тут неплохо будет на самом деле. Может, теперь даже... ты думаешь, я с тобой мириться буду, да? Ниндзя, я думаю, ниндзя что какой-то прям... меня Вашингтон лишний будет. Да, тебе сейчас это хватит, это все содержать. Конечно. Конечно. Пацаны, блин, вы что, за волю не играли? Ну, как раз... благодаря воле он может больше городов ставить, чем мы.
Ну и, соответственно, захватывать. И вообще за Польшу приятно играть. У нее еще и денег благодаря панским конюшням. А, хотя у нее сейчас минус 15. Потому что войск много. Бедный, войск у него много-то. Поляк просто со всей картой постоянно воюет. Блин, ну серьезно этот. Зачем ты так поступил со мной? Ну надо же уже войско минимум. Бля, кто... Ниндзя, а что это за ходы на последних секундах? Прямо за 2 секунды, а, конем побежал. Ты ж уже походил этим юнитом. Ну, может, у меня не, там все равно, осталось. Ниндзя, давай... Коляска на 4. Давай как-то используй правила, действительно. А, один клик в начале и в конце, не надо вот это двойные ходы эти. И какая разница, какими он юнитами походил? Это вопрос просто готовности к тому, где твои юниты находятся, где еще что-то. Это американец построил все. Столица, да? Я не успеваю просто воевать от меня сразу. Столица. Вот жалко, вот тут Петра в Орлеане была бы хороша. Надо. Давайте тогда таймер это как-то. Нет, так в этом же идея. Сколько таймер, столько и воюешь. Блин, ниндзя. Ну я просто к тому, что, ну, типа, у вас типа отреагировать на ход, а я же сам не могу отреагировать. Походи, на ход, походи сначала юнитами на фронте, а потом уже всеми оставшимися. Так проблема в этом, то есть, что я и на фронте и воюю. Так, давайте мы на миссионеров распространить сначала свою религию. Откроем кузницу. У меня с производством плоховато, потом пойдем в теологию. Нападай там. Этот японец. Потому что все войска у меня. Ну, не то чтобы все, у него тут 3 отряда, но такое. Не, я хочу просто оставить еще тут рабочего. Я все думаю, напасть, куда вообще оставить город. Это типа на меня намек. Да, жирный такой намек. Ну, попрокачивать, пускай тут меня этот лошадь это долбит. По-моему, нету варваров никаких. Так, ну мне компьютер, кстати, на побережье рекомендует ставить. Я вот думаю. Не знаю, я бы вот здесь все-таки поставил. Мне больше эта территория нравится. Зачем вам эта война? Я не понимаю. Блин, ты в Лодзе еще и стены строишь, или они уже построены? Я что-то не пойму. Построены они уже давно. Стены в Лодзе зачем-то? Ну, потому что этот моя мог ее захватить. Он, я не понял, почему он на столицу пошел. Лодзь он мог взять. Я назад его так, подождите. Подожди. Я не хотел американец... его терять сразу. А. Надо у полинезийца брать. Полинезиец на апгрейд. А то он вообще не участвует в битвах. Со всех денег пособирал. Пять ходов. Ну, как раз приблизительно, как я город поставлю. Над колледж и построиться. Тяжело.
Да, блин, типа я не успеваю все сделаться. С чем не справишься? Не успеваю, я успеваю прокликать все. Вы еще, типа, там, где не влияет, начинаете проблему делать. Ну, ходи на фронте, вначале на фронте юнитами ходи. Ты же понимаешь, что им вначале некоторыми не стоит ходить, потому что я не вижу, как он отреагирует на это. Ну, значит, тогда в конце таймера уже этими юнитами не ходи. Кто-то выбирай. Лёш, слушай, я один хочу. Вопрос. А как запустить трансляцию, ребят? Что надо нажимать? Вот всё пробую, не получается. Ни разу не пробовал так делать. Правой кнопкой... На чем? Так. Ну, типа в чате. В чате? Вот с Алексеем, вот. Его... То есть Ник... Не Алексей, я не Нинджа дал трансляцию. А, ну Нинджа, да. Тоже пойдем. Просто... Правой что? Кнопкой и будет так, под управлением ниже. Это клавиатура. Тоже это клавиатура. Знаешь, типа, не, типа, да. Не писать, не я не буду Слава подсказывать, я просто смотрю игру и все, я вообще слова не скажу. Все, я... Без проблем, но ты кинь сначала эти. Да, я кинул. Недоступно ты написано трансляции, ты не даешь. Ну, пусть он пригласит тогда тебя. А не, я думаю, что там еще в настройках у самого человека должно быть, то есть он... Да, кто может смотреть мои там трансляции? Ниндзя, наверное, поставил, что вообще, типа, никто не может смотреть трансляции, соответственно, никто не может... Или у него там смотреть только друзья, предположим, что-то такое. Ну, я же сейчас копаться у настройках. Ну, да, да. Не, не надо, не надо, я тогда у Лёши попрошу сейчас. Вы играете, просто интересно, что там дальше будет, как, что с тобой сделать. А что тут, блин, я уже, вон, у меня минус 22, у меня науки нету. Тут уже давно все понятно. Я просто не понимаю, почему вы упариваетесь. Ну да, как ты перестанешь воевать, и все так же понятно останется, да? Я на тебя вообще не нападал, ты сам на меня напал. Братан, я тебе объяснил, почему я на тебя напал. Я не собирался ждать, когда твоя коляска обслует катапульта спускает в Вроцлав, которого 12 зашит. Там сразу половина города улетает. Это же хорошо. Алёша в офлайне, хитрец. А что, в офлайне нельзя попросить? А. Ну так, и под что я в офлайне тебя? Нет, что? Нельзя, ты же, нужны... ты же текали сжёг у этого... Алексей! Что? Алексей, подождите. Давайте да-да. Жить дружно. Я буду жить дружно, когда ты заключишь мир с американцем и японцем. Тогда и я готов мириться. А так да что они там? Конечно, напали! Кто напал? Ты катапульту во второй радиус города подвел. Я вот даже сейчас с тобой не воюю. Такие жуки, слушайте. Да, да, да. Юниты сами с собой это умирают, офигеть. Ниндзя, ты опять там фасткликаешь в начале хода? В смысле? Я сейчас вообще-то все по чесноку делаю. Ни одного фастклика не за мной не было замечено последние 5 секунд. Зато со мной все время фастклик. В смысле, я каждым юнитом сейчас я жду, когда он обстреляет, а потом фигачит. А, со мной не надо было ждать. Да с тобой один раз только вот с этой крепостью, ну не с крепостью, с Варшавой только так сошло. И то там никак не влияло. Как там шато у меня будет открыто? Я спокойно согласен был на этот, на загрузку, если бы на то пошло. А мне главное город не поставить до того, как нацколледж построится, а то я могу это сделать. Так, японец, ну мне надо, чтобы ты тогда и Краков атаковал. Ну да, конечно. Секунду, да он уже отвел что-то. Войска свои. Короче, нажимаю смотреть игру, трансляция, хлеска. Вот чего, страдаю, я ограбил эти соль. Подожди, что ты нажимаешь смотреть игру и что происходит? Написано, трансляция Халецкий недоступна. Почему недоступна? Лёша, Алексей. Ты будешь. Так, Безумик, спробуй сейчас. Алексей, так ты ж можешь ему дать трансляцию. Да, всё есть. Ну блин, ну я играю в игру, можно мне не заниматься трансляциями там? Конечно.
Ожидаем ответа от Халецки. Да. Смотри. Спасибо. Так. Демоны. Летучие. О, пошла инфа. Здесь, не знаю, видно вам или нет, надеюсь, не видно этой извучения Broadcast. Или видно вот это от Стима. Вот чертяги напали. Так, значит. Дорогу, ну фигово у меня тут все. Честно говоря. Так вы нормально так его втроем пилите. Ну, пока еще ничего не... Да они почти вынесли. Еще мы ничего не выпилили тут. Да. Блин, он поставил в лодзе крепость. Он меня сейчас распилит, он меня сейчас захватит. Что тут пару это... Держись там, мы на подходе. По фастклике проигрываю конкретно. Да, какой фастклике? Я ни разу не фасткликал сегодня. Ну, в смысле... Может, тогда на счет? Мы поняли. Давайте тогда на счет. Я одним лимитом сейчас хожу, и дальше все нормально. Типа на счет 1-2-3 мы начинаем крикать. Хочу там кликать, не кликать. Вообще правильно, знаете, как было бы, допустим, один ходил ты и ждешь, когда на таймере там 3 секунды пройдет, и все атакуют. Когда было более честно. Ну это, блин, ты знаешь, сколько будет вопросов и претензий? Ты ждал 3 секунды, нет, не ждал, я все подождал, нет, ты не подождал. Ну да, так, да. Пусть тогда независимый игрок будет начинать отчет, когда можно ходить войсками. Давайте проще сделаем. Вот у нас полинезиец там сидит, да? Не отчет пускай он делает, а просто вот в чат бросает там какой-нибудь символ, там, равно, например. Вот он как только этот символ он бросил в начале хода, все могут атаковать. Я за. Я против сейчас вводить. Ты я против? Сейчас вводить это я против. А на следующий ход? Не, я вообще... Понятненько. Мы уже договорились о правилах. Я, правда, не... Еще раз как будем ходить? Ну, полинезиец пишет что-нибудь в чат, и тогда можно ходить... Ну, просто вот начался... У полинезийца начался таймер, так как он не воюет, он просто в чат бросает, например, равно. И как только это в чате появляется, да нет, все начинают ходить. Тут вот реакции, знаете, тут тоже я могу, типа, он у него появился таймер, он плюсик поставил, а я на фасткликал, или он на фасткликал. Ну, типа, за счет того, за реакции. А как ты можешь за фасткликать? А как ты можешь сейчас так на фасткликать? Я имею в виду реакции, чисто. Вот он плюсик поставил, и сразу мгновенно. А кто-то, допустим, затупил немножко. Ну, у тебя же не 10 секунд же будешь тупить. Так, следующим ходом город ставлю. Я, в общем, объяснил, почему я не хочу. Тем более, я уже его, походу, не возьму. Вашингтон. Ну, на следующем ходу можно атаковать его, в принципе. Хорошо. Просто нашли себе врага какого-то. Непонятно так... откуда. Ну, нефиг было поленки. Тебе же предлагали там мир. Вот была... Я не агрессировал даже на него. Был один ход, ниндзя, был один ход, когда ты должен был принять мир от Майи. В смысле должен? Он напал на меня, он меня оскорбил. Задел мои чувства верующих. Ну вот теперь точно так же американец может говорить. Я ответил ему этим. Нет, Польш, ты поубивал моих юнитов, пока я тебя пытался захватить. Я оскорблен. Как ты посмел? Yeah. Есть. Так, ниндзя вышел в средневековье. Давайте смотреть, помнишь, куда. Немножко повоевал. 209, 198, 190. Либо в гражданскую службу. Типа либо тоже в мастерские, как и я. Причем даже не я инициатор. Чем-то торговля завершилась. О, Квебек. Тоже что ли этот лагерь? О. Прикольно, надо попробовать. Кстати. Торговал. Блин, нахуй, что вы делаете?
Что они делают? Это я хочу спросить у тебя. Я защищаюсь. Японец. Молодец. Да. Предложение. Тупо дефаюсь как могу. Чертя опять их. Так, великого полководца передавать можно? Можно. А что, у вас какие-то запреты на передачу великих людей были? Нет, просто спрошу. У нас открытых границ нету пока ни с кем, мне кажется. Да, Вашингтон, давай мириться. Вот на тебе я напал, вот я тебе кину. А вот японяка как хочет пусть. Не, Вашингтон, ты же понимаешь, что если ты с ним замиришься... Я тоже, извини, подвинься, ты меня заставил армию во всех городах строить. Уничтожил, разрушил, да. Пришел, поразграбил и ушел. То есть ты хочешь войны? Ты хочешь войны? Подожди, вот ты хочешь войны? Ну, ты так я на тебя не нападал. Теперь, конечно, хочу. Ты хочешь войны? О, вот сейчас я не прав. Вот. Да, да, да. Я не буду обстреливать. Я не обстреливаю. Блин, я реально не посмотрел. Надо было еще меткалуком обстрелять лоть, но я не буду ничего делать. Блин, реально, 6 секунд до конца хода. Вот это залет, Алексей. Да, да. На кол сразу. Что я такое? Великая. Это как-то и польская что-то, держава. Что-то я не вижу, чтобы ты Краков как-то обстреливал. Ну, у меня тут войска есть. А там рипейцы как это, что-то пик-пик-пик-пик-пик, чай ему наваляет тут тоже. Коры всем наваливать. Ой-ой, демоны, что творят, пацаны. Я предлагаю объединяться против вас. Против нас? Да. Против нас. Кому только осталось, только Полинезия объединяться. Вот вы смотрите, вот Полинезия сидит там спокойно, в ус не дует. Мне вообще повезло здесь. А мне каждый сосед просто так и норовит оторвать кусок от меня. Что это такое? Вот сейчас будет два счастья. Давайте... Вашингтон с Адами, типа, в Варшаву лидер, причем по воле. Лёха тут чисто для вида напал, я вам, пацаны, так скажу. Чисто водит вас вокруг этого носа. Понятно. А вы как это, на уши вам просто наложили, а вы спокойно съели. Если бы я был где-нибудь по демографии первый, я бы, конечно, сделал вид, что для вида. Так, привёл тут каких-то две коляски, блядь. Вообще, три коляски и меткалук. Нет, третий я не вижу. Тут вон японяка своей армией пытался взять, и ну, знаешь ли, тут кругом джунгли плюс с ГГшками, не очень хорошо на тебя нападать, если честно. Особенно колясками. Понятное дело. Так что ясно, что я пытаюсь. Твою. Защите, тут у нас дорога. Вырубаем. Блин. Очень мне мое развитие не нравится. Очень, прям очень. Такие чертяки, слушайте. Ну да. Куда ж без этого-то? Ну что ты делаешь, Алексей? Что? В чем проблема? Прекратите, прекратите это безобразие. И ладонь свою в моих руках сожмите, вот это? Что творят, что творят? Демоны. Вот у вас совесть есть? Блин, я меня вот каждый уже помутузил. Каждый. Рабочих. Ну, ладно, не каждый. Это еще бы двух рабочих. Может, да ему просто рабочих? Слишком далеко до тебя.
настроить. И как-то особо походу не дело. У него и так все отлично. Серьёзно, Сидя? Так я защищаюсь от вас, бля, я ж не нападаю, я уже давно вам мир предложил. Ну да, ты защищаешься, однако снес одного чувака. Так я от него тоже защищался. Ну, хорошая защита на чужой территории. Вот подожди, я его оставил бы в живых. Он потом бы сказал, что типа у меня не было выбора опять, типа, либо на тебя напасть, либо, типа, ну, что, сидеть просто куковать. Нет, однако ты говоришь, что защищаешься, однако убил чуваку одному войну, забрал другого. Этот лагерь очень надо забрать. Ой, очень. Полностью. Ну, хорошая защита. Так, лучшая защита на нападение, на минуточку. Отличная тактика. Подождите. Да-да, ждем. Вы беспредельничаете, пацаны. Бля, ну вот всем я не успел. Что творить? Давай. Так, Ормус. Вернуть или оставить лучше себе? Ой. Ставлю. Что ты будешь делать? Что, со всеми друзьяшками стал? Ой, сколько я этот лагерь бил? Ну, я прошлым ходом ударил, этим ходом ударил. А я 10 ходов бил, я отходил, отбил. Не, полинезиец, я нет. Я бы тебе не дал этот лагерь, извини, вообще никак. Я могу тебе денег отсыпать от него, только если хочешь. Да ладно. Пацаны, ну давайте жить мирно. Ну что это такое? Ну вот братские народы воюют. Ну как это так? Польша и Япония? Союз на века. О, 6 счастья. Сейчас еще даже... Ну это из-за того, что друзьяшками стал, я так думаю. Уничтожил. Что за звуки? Вражескую коляску. Я смотрю трансляцию, короче, не ниндзя, да. И, ну, я просто выключил гонки. Приходит моя жена, начинает ржать, как ты это все комментируешь. Весело ей, а мне тут больно, между прочим. У тебя просто голос такой смешной. Просто стал. Смотри, безумец, уедет жена в Воложен. Было бы зачем. Я не возьму их. Мне нужен сахар, полинезиец. Мне ни один из твоих ресурсов не нужен. Мне нужен сахар. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!